Сегодня ночью скончалась мать известного солиста группы ДДТ, уроженца Уфы Юрия Шевчука, Фании Акрамовне Гареевой. Шевчук было 94 года. О несчастье рассказали друзья семьи. Женщина на протяжении всей жизни работала в Башкирском государственном педагогическом университете, где преподавала на художественно-графическом факультете. Там же учился и сам музыкант. Юрий Шевчук проводил в последний путь свою маму и прилетел для этого из Санкт-Петербурга. Друзья Фании Акрамовны рассказали телеканалу РБК «Уфа», что именно она сыграла решающую роль в музыкальной карьере Юрия Шевчука и поддержала его увлечение рок-н-роллом в те времена, когда эта музыка еще была под запретом. Я считаю, что ее роль в становлении Юрия Леонидовича как музыканта, как поэта, ключевая. Вы знаете, вот отец Юлиан Совсенович не очень одобрял его увлечение именно вот музыкой, рок-н-роллом. Это тогда было запрещенное. А мама всегда была на стороне нашего самого известного рок-н-ролльщика России, ну, тогда Советского Союза. Очень с таким большим пиететом и уважением относился к матери. Каждый раз, приезжая сюда на концерт, иногда где-то он может опоздать на пресс-конференцию, он непременно всегда заезжал в свой рабочий день, начинал именно с посещения мамы, пить чай с ней, делиться какими-то новостями, обмениваться мнениями. То есть она в его жизни была всем. Прощание с матерью известного музыканта Юрия Шевчука пройдет завтра в Спасском храме Уфы.